Этот матч подарил нам новое имя. Мы узнали о Гильерме, хотя он давно уже в обойме Локомотива. Вратарь с первых минут берется за дело основательно. Вот это хороший удар был. Повторный Самедова и надежен Гильерме. Отличный удар и Гильерме. Качество переходит. Удар поворотом Гильерме. Мощный удар. Гильерме фиксирует. Локомотив завоевал Кубок России по футболу. Вручает этот кубок Гильерме. Победитель Кубка страны по футболу. Это первый трофей в составе Локомотива. Не был чемпионом страны. 14 лет прошло, и вот они. Новому, старому чемпиону России. Эти эмоции настоящие. Это не кино. Чемпион России сезона 2017-2018. Справляется с этим ударом Маринато Гильерме. Слаковый Локомотив с победой. Первой победой в этой Лиге чемпионов. Подача штрафную. О, Иванович, удар! И Гильерме переводит мяч в перекладину. Последний момент. Гильерме успел выкинуть руки вверх. Поздравляем. Сам футбольный клуб «Локомотив» с этой победой. Очень интересный матч. «Локомотив» – обладатель Суперкубка России. И выигрывает он его на ВТБ-арене. Фланги убирает мяч. Удар поворотом. Гильерме переводит на угловой. И вот еще один момент. Удар поворотом. Гильерме спасает. Гильерме выручает свою команду, успевает переложиться и отразить этот тяжелейший мяч.